Павел Дуров, вот буквально я сегодня прочитал его 10 заповедей. То есть просто, ну как, яркая же фигура и интересная судьба, вполне кинематографично. Он иногда даже добавляет, там когда он деньги разбрасывал сбоку. Ну то есть как бы, нет, они существуют, эти герои, в реальной жизни. Вот, они просто, как бы это сказать, они ничего, к сожалению, в России не решают. Ведь художник, когда, ну, ищет себе материал, он хочет, ну, какую-то создать образ, создать притчу. А вот в общем образе, который сегодня формируется, все, неважно, Марат Гельман, Павел Дуров, то есть в разных областях, все вот эти люди, они выглядят чудиками, маргиналами. Они не выглядят людьми, условно говоря, за которыми могут пойти или которые могут стать примером для там сотен тысяч людей. Вот. Потому что вот эта общая, как бы, общая ситуация, она, значит, что у нас последний срок Путина, слово «модернизация» вообще исчезло из лексикона. Модернизация гораздо больше связана с технологическими вещами, чем с гуманитарными. Значит, возвращение к традиционным ценностям – это значит сделать шаг назад. Это не идти вперед. Значит, о чем идет спор? Было ли 28 памфиловцев или не было? Понимаете? Вот как бы спор, вокруг которого, значит, идет, значит, битва. Вот. А не о том, чтобы сделать какой-то еще один шаг вперед и там, условно говоря, я не знаю, преодолеть там какую-то скорость света, еще что-то. То есть вот общий контекст того, что происходит в стране, наверное, он делает из этих людей чудиков. Вот, и как-то их выталкивает. Даже если они остаются в России, они как бы отдельные люди такие, вне социума.